5 марта около полудня в центре Львова вооруженные неизвестные в масках совершили дерзкий налет на пункт обмена валюты. Маленькое помещение расположено в продуктовом магазине «Темп» на улице Коновальца. Преступников было двое. Они, ворвавшись в ничем не примечательную контору, сразу же открыли огонь. Ранен сотрудник обменника, которого в тяжелом состоянии забрала карета скорой помощи. Грабители унесли деньги и скрылись с места преступления на автомобиле «Лада», который они перед этим угнали. В городе объявлена операция по перехвату опасных преступников.